Апелляционный суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу рейдерского захвата предприятия по переработке сои «Каховка Протеинагро». Спор вокруг права собственности на завод длится уже полгода. Что же сегодня помешало суду провести слушание, расскажут наши корреспонденты. Сегодня апелляционный суд Киева должен был приступить к рассмотрению сразу трех апелляций. Две из них от прокуратуры, следователь которой незаконно передал в пользование имущество предприятия «Каховка Протеин Агро», обанкротившейся еще в 2011 году компании «Пром Агро». Ее представители также подали апелляцию. Тандем представителей ГПУ и предприятия-захватчика пытается оспорить решение хозсуда, который признал действие по лишению прав собственности «Каховка Протеин Агро» незаконным. Запропоновано дотримавшись процедурі, отримати протокол автоматичного розподілу даних апеляційних скарг. Якщо буде прийнято рішення в подальшому рухатися по розгляду даної справи, я відповідно буду зі свого боку заявляти відвід складу суду. Третий день подряд коллегия не может получить в аппарате суда протоколы электронной регистрации этих апелляций. Их наличие обязательно. Поэтому представителю пострадавшей стороны не осталось ничего другого, как заявить об отводе судьи. Прокурор и адвокаты «Промагро» выступили против такого отвода. Мы доверяем складу суда и уважаем, что склад суда есть. В итоге отвод не был поддержан, но и рассматривать апелляции не стали по вине самих же заявителей. Представители компании-захватчика решили подать новое ходатайство, в очередной раз затягивая заседание. Мы ввели для справы майже годину. Розглядали заявлені питання, які ми розглянули не можемо. Тому не вбачаю підстав для можливості продовження в даному судовому засіданні сьогодні. Уже в шестой раз суд отложил слушание по делу. Тем временем сотрудники законного собственника «Протеин Агро» наконец смогли попасть на территорию предприятия. Впервые за полгода. В сопровождении исполнительной службы и при поддержке общественников. Они выгнали тетушек, нанятых захватчиками. Андрей Кравец, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал «Интер».